Доброго времени суток, дорогие подписчики, с вами я, Егор Чепрасов, и мы вновь продолжаем играть в Майнкрафт, это четвертая серия нашего сезона, рассказ старого гнома. Ну что ж, поехали. Ну что ж, начнем мы с небольшой переделки внутренностей нашего дома. Я хотел поставить кровать в другое место, так как она очень нелепо смотрелась. Давайте попробуем это сделать. Я планирую сделать платформу с опорами и лестницей, на которой будет держаться наша кровать. Ну что ж, это выглядит довольно нелепо, но наш домик друида, по-моему, как-то стал понеобычнее, можно сказать. Давайте продолжим строить наш второй этаж, как бы. Хотя, знаете, я подумал, это, скорее всего, у нас будет просто чердак с ящиками, а для комнаты мы построим с вами отдельный дом с переходом из этого в него. Так сказал старый гном. Ограбил парня. Что ж, я достроил наш дом почти. Сейчас мы соберем металл, сходим за водой, и я вам его наконец-таки покажу. Ну что ж, вот давайте посмотрим нашу новую комнату. Хо-хо-хо-хо. Итак, ну, она получилась пока что скромная. Надеюсь, потом украсть ее как-нибудь. У нас здесь врощено дерево. Ну, мне очень нравится. И вид из нее крутой. Сейчас покажу снаружи. Вот примерно так выглядит наш дом снаружи. То врощено дерево, о котором я говорил. Сегодня что-то майн у нас подлагивает. Ну, конечно же, это коробка. Но все-таки тематика домика друида вроде была соблюдена. По-моему, довольно прикольно получилось. Мне нравится. Ну и, как сказал бы старый гном, настало время приключений. Что ж, мы опять спускаемся в нашу пещеру с Сашей Грей, как я уже говорил неоднократно. И, ребят, а какого черта вы здесь вдвоем делаете? Странные парни. Собрались в белых халатах в пещере ночью. Должно быть, это Куклукс Клан. Если вам интересно, кто такие Куклукс Клан, думаю, вы в гугле можете набрать три буквы К, и вам все станет ясно. Вот. Мы углубляемся в нашу пещеру. Сашка становится довольна. Грей. Так вот. Как обычно, находим золотишко, которое я оставляю. Пока что оно нам не нужно, рельсы я делать не собираюсь. И уголь. Угля у нас сейчас тоже навалом, а вот железо нам бы сейчас не помешало. Еще железо. Так, и что, я нашел разлом, но нас ждет много приключений перед ним. Итак, поехали. Минус один. Надо понемкать. Нямкать морковку и продолжиться. Я убью тебя. Все, минус два. Так. Летучая мышка. И два дружка. Ну и дальше у нас тоже проблемы. Нормально прям прибавится. Ай. Не промазал. Теперь следующий дружок. Это было минус 3. Минус 4. Надо переждать здесь. 13 левел набил. Сегодня пятница 13-го, кстати. Счастливый день. Кстати, он прошел довольно неплохо у меня. Минус 5. Еще немного лазурита. Так, надо убить двух зайцев одним ударом. Все получилось, как я и хотел. Ну, сейчас пока хпшка становится, а я подбываю лазурит.
тут никого нету. Так, мы идем дальше. Блин, я хочу, чтобы они добавили возможность, чтобы, когда, как в Террарии, ты держишь факел в руках, и он светится в этот момент. Вот это было бы мощно, очень. А что это за фигня реально? Тут идешь, он выключенный, можно сказать. Так, мы зашли в тупик, разлома все-таки здесь не было. Давайте-ка. Пройдем обратно, опять золото. Я нашел пещерных мухоморчиков. Забацаем суп дома. Ну и думаю, пора выбираться отсюда. Я слышу, как кокочет Петя. Кричит зомби. И по пути наверх я нашел еще металла. Что меня очень порадовало. Петя совсем рядом, а чую на улице ночь. И не только Петя, походу, рядом. О, мы появились в джунглях. Меня это радует, потому что сейчас мы можем осмотреться и увидеть вот этих вот Петь и какого-то нехорошего парня рядом. Его нужно побыстрее валить. Совсем побыстрее валить. Мы вылезли. Вызлезли. Рядом с деревней. Го к нашему дому. Ну вот так, наконец-таки я и дома. С своими трофейчиками. Вот. Думаю, на этом стоит заканчивать наш летсплей. Спасибо за просмотр. С вами был я, Чупа Хардкор. Вызлезли. Пока.